О, ну у меня несколько разных планов. Я, во-первых, хочу очень посетить Нью-Йорк со своей девушкой и там посетить множество разных музеев, знаете, там пить какао возле Нью-Йорк Централ Парка, где-то покататься на коньках где-то в центре, то есть провести очень здорово время. Либо, если не получится с визой, то, скорее всего, останемся дома и с друзьями будем отмечать. Если честно, я вообще ни разу в жизни не делал никаких маскарадных вечеринок и ни разу не переодевался даже в детстве ни в зайчиков, ни в лисичек. Такого у меня не было, к сожалению, даже в 5 лет. Девушке я думал подарить либо очки виртуальной реальности, но это сюрприз, который она давно хотела, либо есть новые технологии в Америке. Робот, который с искусственным интеллектом, ты можешь с ним общаться, какие-то там интеракшены проводить, у тебя там... Он может записывать там какое-то время, может сфотографировать тебя на селфи. То есть интересный такой работенок. Кота я не хочу заводить, но вот робота может в самый раз. Мне очень нравится салат оливье и такая это уже традиция, Новый год. Не знаю, это с детства пошло, и это очень такое приятное ощущение, что навевает воспоминания о детстве, о семейной такой обстановке. И я думаю, что да, оливье будет стоять на моем столе. Даже в Америке его приготовлю. Я одену костюм, я не буду ничего делать сверхординарного. Однозначно настоящая. Но с ней столько потом проблем, когда она начинает осыпаться, когда ее нужно выносить обратно. Удобнее на самом деле взять искусственную и как бы и в экологических целях, то есть ты не срубаешь дерево, но запах. Без запаха никуда. У меня был один такой случай в моей жизни, когда моя елка отправилась на выход где-то в июне или в июле месяце. Я был особо не таким не жестким мальчиком, я особо не хотел кого-то убивать, либо пакостить кому-то, поэтому просто кидали во дворе и взрывали это. Кстати, я так давно этого не делал на самом деле. Думаю, надо будет повторить эту традицию в этом году. Это как-то пошло с детства тоже. Все навязывали вот это, что нужно загадать желание, оно обязательно сбудется. Но я как-то в это особо не верил никогда, но все же пытаюсь загадать одно и то же желание. Думаю, об этом многие догадываются, какое. И вот один день я все-таки достигну этого. Обязательно выполню в 2019 году. Давайте так, возьму топ-1 ММР планеты.